Друзі, всім привіт! Ви знаєте, що в мене є Honda, ви знаєте, що в мене є Goldwing. Цей проєкт просто затягнувся дуже-дуже. Те, що ми знімали, це було майже рік назад. Це було тоді, коли ще всі спілкувалися на російській мові. Але інформація дуже-дуже класна. І, до речі, оцей мотоцикл, що зараз заїжджає, це такий знак класний, тому що ми пишемо серію про мотоцикл. Honda Goldwing, і сьогодні буде все про перешив сидіння, на що треба звертати увагу, як правильно перешивати, чому їх треба перешивати, з якого матеріалу. Сьогодні майстер про це все розкаже, ну а ми це все заснімемо. Йо-моё, щас вылезу. Доброе утро, Анатолий, это вы, да? Да. Николай, мы до вас приперлись. Короче, весь смысл заключается в том, что вот я купил вот такую штуку, а здесь вот такая шляпа живет. Ну, кто-то уже пытался это починить, да, тут уже мыши это погрызли, я так понял. Эх, мне бы такой мотоцикл в 90-е. Я бы на нем и спал. Харлей, Хонда и Вулканчик. А, понимаю. Никаких карточек. Вот это Харлей Ориджинал. Вот этот материал я приобрести не могу вообще. От слова совсем. А что это за материал? Почему его нельзя? Они берут первую партию. Все, что остается, достается нам. Мы можем купить бухтами и так далее. То есть то, что идет на завод, мы не всегда можем получить. Так, за редким исключением, списание, остатки. Вот то, что, если честно, мне слабо верится, что вот эта вот штука, она используется на Harley. Вот первая партия идет к ним, вот как он показывает сиденье, где оно висит. Вот оригинальная Harley Davidson, а остальное уже идет им. Ну, где Harley, где Украина? Не, может быть, действительно так. Но если парни дают гарантию, то типа окей. Если они сделают хорошо вот эту спинку, я потом дам им перешить вот это сиденье. Почему? Значит, я его сейчас не перешиваю. Здесь есть на этом сиденье всего лишь один косяк. Вот, вытертый. Вот этот вот. Это единственный косяк, который тут есть. А так, в общем-то, вот здесь еще надо его пристеплерить. То есть вот здесь оно чуть отошло. Вот, степлером его подбить, как вот это все сделано. И все. И нигде ни одной ниточки даже не вылезло. А вообще, если... Ладно, потом, или нет, сейчас покажу. Вообще в Goldwing здесь в сидении, в подголовнике еще чехол. Сразу. За... Я его, кстати, никогда еще не разматывал. Здесь есть что-то, какая-то молния. То есть он куда-то пристегивается. Я так понимаю, что это нужно накрывать всего лишь только сиденье. Да, наверное. Вот это сюда, на вот эту голову одевается. А ну сейчас. Опа. Да, похоже на то. И потом оно вот так. Короче, это когда уже будет на мотоцикле, тогда и посмотрим. У меня есть понимание того, что этой штукой вообще никто никогда не пользовался. Может быть, даже ее никто никогда не открывал. Это какая-то штука его куда-то за что-то цеплять. Интересно. Ну да ладно. Вложим его обратно в место и... И сейчас будем слушать дальше. Из чего будет делаться этот шедевр? Он реально идет вот только на Харлее, больше никуда, и эту штуку нигде нельзя купить? Нет, вот эту можно. Это черный аквамарин, когда пришла спинка, под спинку, задача черную спинку, подобрал фактуру. Угу. Разговор был перешивать, не перешивать все, потом, сейчас, неважно. Я поаккуратничаю, и мы начнем вот здесь, если мне понравится, все, мы потом на зиму перешьем вот это. Да, да, да. Значит, вообще материалов... И вот это... Когда разговор шел за материалы? Вот там, где у меня боль Volvo, здесь такого цвета все равно нету. А все эти кожи... Не, но там кожа. А с кожей вы работаете, нет? Да. Вот это оно так... Немножко не закончено. Вот это оно так на выходе. Это кожа. Это кожа. А почему кожа здесь не нужна? Часто ухаживать надо, кондиционером обливать все это? Каждые две недели. И неважно, ездил. А почему каждые две недели в машине как-то оно все по-другому? Как-то своя среда постоянная. А если он в гараже жить будет? Не спасает.
Хорошо, пусть вот будет. Вот этот вот шов, где нитка его затягивает, потом идет отделочный, кожа усыхает между ними, подтягивает это место и начинаются разрезы. Если не уследить, будет разрыв. Оно будет течь, оно будет сопливить, оно будет копить влагу. Если для себя, чтобы путешествовать и ездить каждый день, хочешь зам, протер тряпкой, сел, поехал, поломалось 500 гривен метр. Ну, там, грубо говоря, 10 баксов, 10 евро за метр погонный. Можно перешиваться. Если будем в зиму заходить и вот это перешивать, то мне хотелось бы вот здесь поставить обогрев. Ну и, естественно, под спинку тоже. Есть подогрев, они на углеволокне сделаны. Вот в это сиденье буду ставить. Фишка реле. Вот сюда потом вмонтировать обогрев, это сложно или лучше сразу это делать? Ну, то есть, если делать, чтобы он... вообще как бы подогрев. На спину нет? Почему? Я вот его не разбирал специально. Девочка, которая будет сзади там ехать, она будет ехать вот так. Ну, дай бог, чтобы не с раскинутыми ногами. Я к тому, что если мы заходим дальше, если сделаете хорошо, то дальше мы заходим в переделку вот этого всего и сделать его с обогревом. И хотелось бы, чтобы вот это вот место, сам этот трон, он тоже нормально обогревался. Так, чтобы мне не рассказывали. С троном никаких проблем нет. Более того, у голды где-то здесь, вот в этих местах, вполне возможно найти предусмотренные места для вывода. У нее переключатели сбоку. Это в следующее. В это я не помню, чтобы был подогрев. Были переключатели. Подогрев ставится элементарно. С ним проблем нет. Вопрос в другом. Вот сюда сейчас надо ставить подогрев? Но сейчас я подогрев сюда ставить не буду. Потому что его нету, да? Потому что мы не готовились. Да. А потом его вскрыть и поставить? Можно. Делаем. Цвет вот этот аквамарин, ну плюс-минус он темнее, чем вот это, но подходит... Он как вот этот, только черный. Я к тому, что сама спинка, она не такая, как вот эта. То есть, если ее сделать тем цветом, то она будет практически в идеал. Делаем. Если потом сиденье сделать таким цветом, будет в идеал. Не, я к тому, что если вот сейчас вот это сделать вот этим, оно все равно будет лучше смотреться, чем сейчас. С вашей точки зрения, вот это подойдет и по текстуре, и по цвету лучше всего. И в итоге будет... Нормально для всего. Ну тоді не втрачає марну час, розриваємо, треба діяти і швидесенько все це зробити. Пар. Вот это парогенератор, да? Парогенератор. Ага. 90 градусов. То есть им реально обжечься можно? Ну, горячо. Не, ну 90 градусов это шкура от кости этот уже отрываться. Не хочу, спасибо. А, ну тогда там не 90 градусов. На выходе. Вот сам идет пар. Вот там чтобы 90. Образовался пар, нужно кипение. То есть вот там 90, а тут он просто пар. Наверное, он сейчас прогреет деталь бузыров, но интересно будет здесь это все. Туда, да, смотрим. Деревянное стало мягенькое. Вот разница, смотри. Твердое. Да ладно. Что аж настолько? Ну плюс. А если оно сейчас вот это высохнет, пар уйдет, оно все равно мягкое останется? Да. Я пору. Нифига себе. Помыл. Вот. Это облой литья. Так? Угу. Вот уголок стал. Да, реально мягкий. Как? Смотри. Вот здесь вот они вытянули за счет этого шва. Я здесь же проложу шов. Одинарный. Вот такой, как здесь. Угу. Вот такого формата. Вот это. Эти детальки.
могу сделать отдельной деталью и вшить ее туда. А здесь двойные строчки ее притянут как. То есть, если туда двойную детальку, то она будет иметь вот такой объем. Либо же я возьму вот эту всю целую деталь, прошью двойным швом через поролон, получу подушечки, но они сожмутся больше. Не, лучше вот такие подушечки через двойные. Они сразу будут такие поджатые, потом постепенно будут его раздавливать. И, ну, обойду паром, то есть выдам форму какую-то. Но такой форм-фактор здесь вообще за счет 20-го поролона. Вот тупо 20-ка мебельная лежит у них. Да. Да. Хорошо. Окей. То есть, вот такая вот идейка. Здесь просто было подобие двойного шва, то есть с одной и с другой стороны. Но будет вот такой двойной шов. Да, будет вот такой двойной шов. И все будет в один стиль. И примерно вот, такой, вот такая вот подушечка. Вот цель приблизиться вот к этому внешнему виду. Вот одно отверстие. Вот второе отверстие. А между ними получается перемычка. И вполне возможно, что предполагалось здесь какой-то красивый шов. Это может нет, быть. Я имею в виду вот такую же. А это более дешевый вариант. Вот такую же текстуру сделать. Ну или же что-то лучше, имеется в виду такое объемное. А, объемное, да. Да. Так в этом-то и задача, почему я его потрошу. Класс. Мне надо узнать настоящую длину. То есть так линейка я померяю, ну от шва до шва. Мне надо снять поролон, чтобы деталь открылась. Так вот легла, тогда я знаю все. А, то есть она еще больше станет тогда. Да, она же, это же радиус. Да, 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 да. Мне надо его знать. Окей, разбираем, разваливаем. Просто приклеивается? Клеем. Ну, то есть эта штука приклеивается, и для того, чтобы детально ее растянуть максимум, оно... Ну, эта деталь еще и повреждена. У нее здесь дырка. Но так как она симметрична, то можно схитрить. А, то есть это вот эта дырявая, которая, да? Да. Это та самая дырявая порванная деталь. Погрызанная мышами. Да, у нее тут заводская меточка есть с центра. При сборке можно по ней. Они же вставляют метки, когда шьют. Вот метка. Раз, два. Нифига не вижу. Вот она. Ну вот же она, метка. Вот. Вот метка. Видно? Вот треугольничек вырезан. Все это была одна плоскость, тот же шва нет, это был один большой кусок. Да, и выдавили ее. А мне нужна стенка. И чтобы сделать эту стенку, моя деталь будет прямая. Поэтому эта деталь. Хорошо. Будет расшита, здесь больше очков. Что-то я уже устал. Вот здесь вот втяжечка, но втяжечки, я понимаю, что это от времени, да, у них была возможность запрессовать эту форму, то есть ее подготовить, одеть, прогреть в нужных местах, поставить втяжки, утянуть, а я повторю,
то, что уже вытянулось, и получу дополнительно подушечки. И здесь вот уголочки торчат. Оно раз в дырочку. Подает. И потом, когда оно соединится одно с другое, получится, да, вот этот вот объем, о котором мы говорим. Вот это вот и получится. Ух ты, как интересно. Я боюсь этого глаза. Припаял тряпку. А, это типа эффект разровнять? Да, мне надо разровнять детальку. На гранитном камушке? Ну, она сразу остывает на гранитном камушке. Вот я уже и деталька. То есть камень для того, чтобы не спалить ее? Да, но она все равно горит, это винил. Реально тут масло есть? Да. Показать? Да. Да ладно. Ну, там магниты. Реально, да, 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 магниты, карта. Весь мусор туда летит, блин, там вот маслонасос стоит, у него сетка, магнит. Он отлавливает всю эту ерунду. В поддон, пробка для слива масла. Мини-автомобиль такой, о, нифига себе. Вот эта машина, станок, и там внизу поддон с маслом стоит. Вау. Никогда не думал, что в швейной машине может быть поддон с маслом, маслонасос, который смазывает всю систему. И потом, для того, чтобы была вот здесь меньше нагрузка, кожу, вот сюда тоже подается масло. Нет, сюда масло подается при нагрузке, а то смазывается сам механизм. Кожа здесь ни при чем. Кожу надо мазать отдельно, если там уже совсем плохо. Не, ну я же видел жирные следы от этого. Потому что идет подача масла на игловодитель. Но это все равно специально сделано для того, чтобы вот иголка она была не на сухую, а... Нет, это не специально. Задумка была в другом. То есть это такой легкий побочный эффект, который... Да, который... Ну, это так, достаешь что-то беленькое, оно все в разводах, потом чистишь, сидишь. Ну, когда большая нагрузка, выдавливает масло наружу. То есть здесь, по сути дела, два... Для нее это 20 сантиметров, плюс все это протянуть надо. Не, ну, сам факт того, что там реально картер масла, я удивлен. Я никогда не думал, что там может быть поддон, картер целый с маслом и с маслонасосом. В общем, почти автомобиль. Привод сцепления. Я видел, да. Там диск сцепления. С другой стороны двигателя, там перед ремнем, вот отсюда видно лучше. Вот здесь вот маховик, потом сцепление. Не, ну маховик положено. Это понятно, это я знаю, сцепление. Ага, считается, это уже считается, в принципе, анахронизм такой. Есть более современные шаговые двигатели с положением иглы, когда она останавливается в нужном, постоянно одном и том же положении. Ну, кто углы шьет, тому игла внизу, а кто прямую строчку делает, деталь передает дальше по конвейеру, ему надо, чтобы игла была сверху. Вот. То есть станки вот эти вот тоже разные швейные машины? Абсолютно. Колонки, что такое колонки? Рукавная, колонок. Рукав, когда в сторону, нога и пустота вокруг. Можно вот крышку кофра на ней так, в кофре внутри дырку сделать, залатать. Ну, вот. А есть колонок, это когда как чулок сверху одеваешь где-то и шьешь. А вот это сейчас будет двойной шов, да? Это будет двойной шов. Но эта машина старенькая, это Подольский завод. Там где-то год даже выбит. Тоже с картером? 93-й. Нет, картер демонтировал. Он ей как бы не нужен. Я пробегов таких не делаю. Я ее случайно завел. We'll be right back.
Не, я к тому, что цвет. Раньше был такой легенький с голубым отливом, а сейчас он уже похож на черный. А если уж, да, промыть, то вообще фиг кто что увидит. А еще при таком освещении точно ничего видно не будет. Ну все когда-то было. Вот такое красивое, замечательное сиденье. Шикардос. Никто ничего никогда не увидит. Полироль для торпеды решает все эти проблемы. Можно это попросить забить пару этих самых скобок, чтобы он до зимы дожил? Имеется в виду здесь. Да, сейчас сделаем. Ну, если подытожить, то что я могу сказать? Вот то, что было, не знаю, где оно. Раньше оно, Анатолий показал, оно было такое, в общем, это все было как напечатанное, тесненное. Сейчас уже понятно, что оно сделано из двух кусков и оно прошито. То есть там был шов наплавленный, а здесь он натуральный и... Пока классно. Ну, не знаю, надо еще на мотоцикл поставить, но я думаю, будет очень шикарно. Выглядит, по крайней мере, достойно в руках. Не знаю, насколько его хватит. Думаю, нормально его хватит. Потому что трущихся частей здесь особо нету. Здесь он ставится, здесь застегивается вот эта горбатая штука, здесь уже кофр идет. Все. Больше здесь ничего нет. И по цвету, ну, практически... Не попал. Да что? Практически... Не попал. Да, чуть-чуть не попал. Этот чернее. Хотя, так короче, с учетом того, что вот здесь вот скоро будет дырка, то... Весь автомобильный кожзам черного цвета, который черный, весь будет в серой дымке. Для хранения, не знаю для чего это, вот весь он имеет такой вот оттенок. Если его протереть сейчас полиролькой, он будет черный. Берем полироль для торпеды, протираем, и все будет в одном цвете. Ну, чуть-чуть видно, но сказать... Раньше было видно сильнее, потому что... Где цвет, блин, я сейчас покажу. Где кусочек старый какой-нибудь? Есть он? Вот, как было раньше. Вот. Да, вообще не видно разницы. Не видно на чем. Вот так, видно разницу? То есть вот этот голубой, вот этот черный. И вот эта вот штука, это напечатанная, пропаленная. Для меня это была оттиск. Новость. Оттиск, да. Который сделан термическим способом. На сегодня все. Классная была серия. Правда, слегка утомительная. Чуть не заснул, сопли уже пускал, но было интересно. Есть моменты. Для того, чтобы все вот это заснять, нужно было пройти вот это вот 7 кругов ада, посидеть, слюни попускать, пиццу поесть, кофе попить, понудиться, полистать новые комментарии. Ладно, это все. Контакты Анатолия я оставлю внизу, а когда выйдет этот выпуск, это уже будет весна, и к весне, если оно расползется, то вы будете знать, куда точно не нужно идти. Или же, если не расползется, то понимаем, что будет. Там уже благоверная звонит. Все, всем пока, мы полетели. Ё-моё, уже темно. Что так темно стало? Что-то да, заходили, светло было, выходим, уже темно. О, чья-то машина разрывается. Так. Ну чё, летим, теперь надо не попасть в пробку.